Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве Xiaomi Redmi Note 7 скрыть альбомы. Для этого в первую очередь переходим в настройки, точнее в галерею, затем в раздел альбомы, затем выбираем альбом, который мы хотим скрыть, зажимаем на нем палец и нажимаем скрыть. Затем подтверждаем ОК, и как видите, этот альбом пропал у нас из списка альбомов. Но как же нам теперь его найти? Тыкаем здесь. Переходим в настройки и затем скрытые альбомы. И здесь вот видим наши скрытые альбомы. Также можем здесь отменить скрытие, и он снова появится в списке альбомов. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!